курсе мы посвящать будем время постижению логики языка. Это даст возможность различать те временные формы, которые нужно применять прямо здесь и сейчас. Абсолютно их различать. Это несложно. Do you understand what I'm saying? Yes. Good, good. Or should I speak slower? Yes. На наших занятиях мы обязательно будем посвящать время тем ситуациям, в которых мы теряемся, в которых мы не знаем, что говорить. И будем проигрывать эти ситуации, будем получать помощь в виде определенных фраз, определенных конструкций, возможности объяснить то, что мы хотим сказать, другими словами. Сказать, извините, я сейчас ничего не могу сказать, но это все будет на английском. Но вот я хочу вам объяснить другими словами. Это очень помогает человеку, потому что те моменты, когда он теряется, он сможет говорить заученные фразы, что извините, я растерялся, я ничего не понимаю, я ничего не знаю, что сказать, но тем не менее я обойдусь. Это очень помогает. Are you a giraffe? Yes. Ну, в принципе, язык, да? Это же игра со своими правилами игры. И вот, когда человек приходит играть в любую игру, какая бы она ни была, ну, настольная, любая другая, ему нужно сначала объяснить правила, нужно все, понять вообще правила все, целостно понять правила, да? А вот когда он постигает все правила и понимает их, у него взаимосвязи, целостно понимает, он может стать отличным игроком. Bad day. Sorry? Как набирать правильно словарный запас для того, чтобы его потом нанизывать на ту основу, которую я дал. Today. Bad day. Bad day. Потому что простота этой системы, она поражает. Когда человек понимает, да, насколько это все просто, а не так сложно, как было до этого, то это производит впечатление, и человек понимает тогда, к чему он идет. I don't understand. Сегодня. Сегодня? Happy birthday! Happy birthday! Birthday. Yes, happy birthday! Party. Yes, party. 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 Yeah. Начиная изучать английский, я столкнулась с тем, что система, она разрознена. Дается часть каждой системы в разное время и не показывается взаимосвязь. Поэтому эта путаница, она меня смущала. То есть смущала путаница в определениях, смущала путаница в правилах. И каждый преподаватель, к которому я обращалась, он как-то по-своему свой ракурс показывал. Но это никогда не было однозначности. Это новый метод, который используют как инструменты постижения и развлечения. Что это значит? Это значит, есть возможность коротким путем, не идя через всякие там умозаключения, не используя те правила, которые привычны. Есть эта возможность такая, сразу различать, что говорить в данной ситуации, как говорить и почему говорить. Этот метод почему называется авторским? Потому что создавая его, я не пользовалась никакими другими методами. То есть я вообще даже не интересовалась, какие методы существуют. Можно сказать, что это вообще с чистого листа. То есть это на 100% мой собственный опыт, который не основан ни на каком другом методе. Поэтому это мой авторский метод. Уделено будет большое время тому, что мы будем те моменты, когда человек не знает, что ему сказать. Он сталкивается с проблемами, он что-то забыл, он не знает, не может. Он сможет это выразить на английском. И возможность проговаривать это на английском языке снимает те психологические барьеры, когда человек вообще замолкает и растерян. Eleven. 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 Could you please repeat that? Eleven. Мы будем иметь возможность преодолевать прямо на занятии эти психологические барьеры. Мы будем заниматься разговорной практикой на занятиях. Даже если человек только в самом начале изучения английского языка, все равно он будет подключен к разговорной практике. Есть такой метод объяснялки, который помогает человеку, если он что-то там забыл и не знает, как сказать, он может объяснить это другими словами.